Ну как еще можно назвать это? Вы посмотрите, что у нас творится. Это пипец. Всем приветик. Это как в фильме «Карнавал». Муравьева говорила, одни горы да пригорки. Только вот у нас снежные горы и пригорки. И это еще не предел, потому что обещают еще снег, снег, снег. В общем, пипец полный. Так, а у меня завтрак, мои дорогие друзья. У меня оставался со вчерашнего дня салатик. Вот капустно-морковный, очень вкусненький. Я его приготовила очень много. И вот на утро себе оставила. Потому что у меня вчера вечером все уже хотели все подъесть. Я не дала. И картофанчик с колбаской. Все просто и, как говорится, ну, полезно, скажем так. Кому-то полезно, кому-то не полезно. Если есть это каждыми днями, то, конечно, это будет не полезно. Я думаю, что салат такой готовят практически все. Но если мало ли кто-то не готовил, очень рекомендую вам попробовать. Капуста, морковка. Можно, кстати, зелень положить. Майонезик. У меня майонез сразу с чесноком делаю, поэтому я чеснок уже не добавляю в овощи. Это у нас дача. Ну, иногда мы жалеем, что эта дача находится в регионе, где так снежно. А теперь таять будет вечность.